Церемонию посетила глава Кубани Вениамин Кондратьев. Старт движению легковых автомобилей дали рабочие и инженеры. Это большой коллектив, который решил сложную строительную задачу, опередил график работ на полгода. Среди них специалисты, которые участвовали в грандиозных стройках: Олимпиада в Сочи, подготовка саммита во Владивостоке. По путепроводу в Керчь, самому протяженному мосту в Европе, первыми проедут жители Кубани и Крыма. В сутки над морем смогут проехать в среднем 40 тысяч машин. Осенью на мосту зеленый свет загорится для грузовиков, а вот поезда пустят только в следующем году. Железная дорога откроется в 2019.